Что нельзя делать? Нельзя локоть в сторону ставить. Как я сегодня говорил с утра на тренировке, локти все время движутся посередине. Как будто кии бильярдные. То есть сюда у нас спрашивают, что мы снизу бьем удар, что боковой, как я говорил, что прямой. У нас всегда первое движение, это вперед идет локоть. Локоть идет. И здесь то же самое. Начинаем работать, локоть идет из середины тела, вдоль линии тела. Удар должен быть именно тычковый, только тогда трансмиссию тела можно преобразовать в руку. Ну, вернее, передача из руку туда. Если же мы двигаем тело таким образом, прямо, а локоть идет вот так, получается какие-то немыслимые траектории, сочетания движений. То есть так синхронное действие идет. Видишь, все идет одномоментом, прям в одну точку. А вот так вот, если мы двигаем тело, а локоть вот так, получается черти что. То есть силы распределяются в разные места, и ее просто силы нет. Поэтому, когда мы им когда вот так отбрасывает руку, там такой джепот боксирует, можно такого удара не бояться, если это не супер тяжеловес, у которого рука весит 15 килограмм. Да и то есть уже понятно, что там удара сильного не будет. Удар сильный — это когда все, плечо, бедро вместе работают одновременно. Вот. Поэтому нам надо последить за тем, чтобы локоть шел снизу.